Привет, моя хорошая. Привет. Сидел, короче, думал, надо выйти на связь с вами. Пообщаться немного. Совсем. Вчера было такое хорошее настроение, хотелось поделиться с вами. Чё, как сам? Прекрасно. А будет еще лучше. Прям чувствую. Совсем прям скоро. Станет еще лучше. Проще, легче. Наверное. Хочется, знаете, как-то чтобы все попроще было. То слишком сложно. Сложно что-то объяснять, рассказывать, пересказывать, передумывать. Хочется попроще. Не знаю, что раньше было попроще. Хочется, чтобы попроще. Это все-таки как-то сложно все закрутили. Да не, ни в коем случае. Депрессуха это назвать нельзя. Депрессуха это когда тебе не хочется ничего делать. Вот. А это состояние, наверное, называется не хочется ничего делать лишнего. Хочется делать только то, что хочется делать. Вот так. То есть не хочется делать каких-то шагов. Ну, каких-то левых. Уже хочется шаги делать какие-то конкретные, точные. И уже в правильном направлении дальше. То есть не просто. Привет, Барбе. Нет, не апатия. Апатия это почти смерть рядышком. Это состояние. Просто как ты понимаешь, что много чего делал, много где бывал, много что видел, много что читал, много что думал. Пора отсекать лишнее, знаете, как скульптор, который отсекает лишнее и остается только скульптура. Отсекает лишнее от камня. И остается только скульптура. Вот. Не грусть. Наоборот. Поэтому вот выкладываю фотографии в свою ленту. В свою ленту. Да не, ни в коем случае. В ленту выкладываю фотографии из какой-то своей прошлой жизни. Смотрю на нее. Отматываю. Смотрю, как я шел. Где бывал, что делал. Вспоминаю все эти моменты. Знаете, мне кажется, нужно иногда вспоминать эти моменты. Этих людей, которые помогли тебе в этой жизни. Там, добрым словом, да и просто. Нет, настроение прекрасное. Не поверите. Вот не поверите, наверное. Настроение как раз-таки классное, хорошее. Знаете, такое в предвкушении чего-то. Что тут может нового? Кто-то ругается. Кто-то мирится. Как-то так. А я пока нажал на паузу. Для рывка. Ну, просто нажимаешь на паузу. На дозаправку, чтобы заехал. На пит-стоп, чтобы рвануть. Дальше. Не переживайте. Это точно будет все хорошо. Не, на поляне, конечно. На поляне. Да нет, ну понимаете, тут такая штука, что дом-то он просто дом. Дом и дом, как обычный дом. Везде разный дом. Как коммунальная квартира, я не знаю, как общежитие, как все что угодно. Вот. Все ведь зависит от населения этого дома. Не нужно упаковку судить по названию. Не нужно ярлыки смотреть, верить в ярлыки, не зная его содержания. Спасибо.
Неужели вы судите по обложке, оболочке, ярлыку, надписи, может, даже чьей-то рекомендации? Суть и содержание. Так что это самая глупость. По ярлыку судить содержание. Такая бульба. Не, ну сейчас нет. Не могу напеть. Если интересно то состояние, в котором я записывал эту песню, включи оригинал, либо наше выступление. Спасибо. Приветик, приветик. Не знаю. Хочу жениться, хочу детей. Общежитие, где все под камерами. Ну, как-то так, да. Нет, не костер на экране, а реальное пламя. Ведьма. Ну вот сяду в студии и запишу. Спасибо. Послушайте на досуге альбом «Живое». Да не надо, посмотрите. Мало понимают. Но для того, чтобы, наверное, понять, наверное, что-то надо пройти. Я и так пытаюсь все упрощать по максимуму. Вообще, Потейта упростил до того, чтобы понимали дети. Вообще, максимально просто. Понимаете? Упростил прям вот как можно. Упростил эту суть. Упростил. В Потейта упростил. Где-то усложнил, где-то еще проще сказал какие-то вещи. Нет, не устал. Там слишком просто. Ну уже куда проще. Там очень просто. Не, можно еще проще, конечно, все это сделать. Детям нравится, потому что они ничего не усложняют в этой жизни, а мы взрослые что-то начали усложнять. Искать какие-то иные смыслы. Пытаться их найти. Спасибо. Интересно будет, когда вы весь альбом прослушаете. И потом почувствовать вот эти все переживания, настроения, которые под песней танцуют, вот. Голос убаюкивающий, кумиры, наверное, скорее не кумиры, а люди, которые повлияли на мою музыкальную, какую-то мою музыкальную, мой музыкальный вкус и так, что ли. На душу, душевную душу. Круто. Музыкальные вкусы, да, повлияли. Много. Ох, сколько лет. Как только услышал, столько, так сразу и занимаюсь. Саша и мы познакомились очень давно. Лет 16, наверное. Тебе нужно просто сложно, не нужно. Ну вот. Спасибо. Акустика бомба. Спасибо. Привет. Оп. Приятный, достойный бой. Где ты постоянно прячешься? В тени. Прячусь в тени. В своей лаборатории, где замешиваю разные препараты и выдаю их. Или для того, чтобы замешать, заниматься алхимией, нужно время. И знания. Спасибо. Да, буду ложиться уже скоро. Когда в Минск, пора концерт давать. Чуть подождите. Скоро все будут и концерты, и гастроли. И встречи. И расставания в том числе. Какие такие препараты?
превращаем из привет, из плена, привет. Так музыкой занимаюсь. В музыке все. Как там? Что творилось, что творится? На твоей земле все в этой музыке. Помните, да? Воскресенье ты только улови. Спасибо. Да, смотрите, раскрутку делайте. Единственные люди, которые раскручивают мою музыку, это вы. Это ты, мой хороший. Я именно благодаря тебе вообще что делаю в этой жизни. Поверьте. Приятных слов. Вот. Не знаю. До Москвы. Спасибо. Когда в Москве? Буду в Москве. Думаю, в Москве тоже скоро. Спасибо. Не знаю, пока чуть-чуть еще подожду. Да, на спилку стула музыкант, да. Да, расстроенный, наоборот, настроенный. Да, в армии спел. В армии пел крутую песню про шеврон-ракетчика. Очень классная. Прям такая душевная. Вообще армейские песни. До армии я не понимал армейских песен, а потом, когда уже пошел в армию, понял, что армейские песни — это очень душевная музыка, очень. Ничто так меня, наверное, не задевало струны моей души, как армейские песни. Серьезно. В трех частях служил. Да, на релакс. Расслабленно абсолютно. Можно сказать, вот так. Выдохну. Когда любовь строить будешь. Неправильное сочетание слов. Ну вот, правда, девочки какие-то приходят расстроенные, знаете, чего-то какие-то обожженные в жизни. У Шеврон Ракетчика мне очень нравилось. И еще пару таких армейских песен сейчас прямо не вспомню, но если так, знаете, полистаю какие-то свои записи, наверное, вспомню, какие песни мы там пели. Но они, набор песен где-то был десяток песен, и все они какие-то были душевные. Нет, не курю. Просто зажигалку для того, чтобы зажечь свечу. На релаксе. Ну, а что я буду перед сном позитив тут разгонять? Вот подарок придумал. Еще не придумал, кстати, маме, что подарить. Спасибо, что напомнили. Ну, с Бузовой? Нет, не хочу. Бузова слишком зациклена на себе. Слишком зациклена. Вообще, мне кажется, не замечает людей вокруг. Их как будто нет. Чуть-чуть совсем. Как-то вот с этим грустно. Я пытаюсь что-то поговорить с ней, что-то рассказать. Одно, второе, третье. Она так бросает поверхностные фразы все. Привет, Калининград. Не знаю, вообще не знаю. Не думаю на эту тему. Привет. Так, мои хорошие. Нет, не сильно устал. Ну, с вами поговорил, я чувствовал. Привет. С бородулей, бы так мило называть. Ну вот, у нее там сегодня 15 миллионов подписчиков. Короче, не хочу даже об этом разговаривать. Отзывчивая. Может быть, отзывчивая. Как вы воспринимаете такая она? Я воспринимаю как-то по-другому. Наверное. Все, пока.
Я не сплю. Вы пришли с чем-то ко мне? Привет, Миша. Заходи, заходи. Все, пока. Я, кажется, недолго посидела. Да, да, нет, мы хотим, чтобы ты до утра посидела. Мы хотим, чтобы ты долго сидела. Долго мы сидим. Прикинь, короче.